И самое последнее. Для того, чтобы отправить эту открытку как любимому человеку, другу, знакомому, родственнику, наконец, любимой маме, да, нам нужно вот в этой вот верхней строке скопировать вот эту вот ссылку. То есть я поставила сюда курсор, нажала левой кнопкой мышки, держу левую кнопочку и выделяю. Выделила. Теперь навела курсор на синее поле, поставила правую кнопку мышки, нажала и нажала копировать. И таким образом вы свою ссылочку, вот она у нас получилась, можете даже сохранить, написать, что это с днем рождения. С днем рождения маме. Вот. И потом вы ее точно так же скопируете, эту ссылку, и отправите своим друзьям. Можно отправить в Одноклассники, можно отправить через Skype, можно отправить в письме. Вы просто открываете свою почту. Заходите написать письмо, ставите вот сюда вот курсор, правой кнопкой нажимаете и нажимаете вставить. Вот она ваша ссылка. А здесь вы уже пишете поздравление своему другу. И отправляете кому и пишете тема. С днем рождения. Все. И нажимаете кнопочку «Отправить». И ваше письмо уходит адресату. Всем счастливо, всего доброго!